Привет, привет всем. Ай. Где дом 2 находится? В Москве. Что там с Сережей случилось? Вообще похуй. Кто такой Сережа? Переделать. С Крис общаешься, да? Крис помирилась с Ваней. Ну, хочу сказать вам, что они уже на пути к примирению. Я думаю, сегодня, наверное, вместе проведут выходные и помирятся. Узбекистан, привет. Ты подрался с Сережей? Нет, не подрался, просто он с ума сошел. Стал кидаться кружками, стульями в меня. Береза, привет. Ростов, привет, привет, Ростов. Могилев, привет. Нет, мы с Аней не вместе, я не буду с ней. Сережа ПМС, блядь. Мозговой причем. Это черненькая девушка, да. Я ни с той, ни с другой не буду. Пока не ухаживаешь, нет. Дагестан, привет. Когда жениться будешь, не знаю. У меня нет новой девушки. Вика, привет, привет. Алтай, здравствуйте. Зато вот кто есть, собачка. Я хочу, чтобы ты был с Аней такой красивой парой. Да дело не в красоте, говорю, с лица воду не пить. Детей хочу, конечно. Крым, привет. Привет, привет. Брянскую вспоминаешь? Не вспоминаешь, вспоминаю добрым словом. Когда в Германию, не знаю, как с проекта уйду, так уеду сразу. Кого сегодня может выгонят? Ну, думаю, Сава. А чё, Яны нет вашего? У нас Яна никогда и не была редактором. Ох, сегодня обострение бывает, да. Это точно. Бывает. План на будущее. Не поделюсь. Жена почти есть, да, вот у меня Вика есть. Мы, кстати, с Викой поженимся. Она не редактор. Она рекламщик. Алёша, приветик, Симферополь. Привет, привет, Симферополь. Когда свадьба у кого? А, у нас с Викой. Вик, когда свадьба? Блин, сказайтесь. Нет, только дружба. Навигатор тогда к Самуилу пришел, не знаю. Нет, с Аней не общаюсь. Пашкин хочет тебе выиграть. У вас один ребенок. Все мои. Кто такая Вика? А, вот здесь девочка есть. Вика. Да, скоро у нас свадьба. Проект это так. Гулять отпускаю иногда. Да. Может, ты сюда, Вик, придешь лучше? Алексей, красишь бороду или своя такая? Слушайте, ну, своя такая, иногда тонирую. У меня уже тоже седые волосы есть. Приезжай в Осетию, с удовольствием.
Вик, который с Тиграном, нет. Упаси бог. Я за счастье только Тиграна. Мне не нужно. Горе нас без. Мне добрый вечер, Леша добрый. Маргаритка, я вас не знаю, не хочу с вами в прямой эфир. У нас сейчас лобная начинается. А они еще не нагулялась, да? Ну вы слушайте, здесь уже это от воспитания зависит. Вот Вика тоже молодая, 21 год ей. Да. Будешь делать 34, конечно. Веселый парень ты, да. Но она воспитанная. Когда шалфей будет? Ну, сегодня, может, будет вечером. Не, лучше завтра утром будет шалфей. О, привет, Леша, тебя видит, соскучилась. Привет. С кем будет Маша? Без понятия. Нет, я не Сани. Она что, делала ругаться? Нет, ты что? Жениться. Что в втором пункте делал? Да палец у меня выбит. Ух ты, Левушка, ты чё так? Они будут любить друг друга. Лучше они прекратить войну. Как думаешь, кто Сереже правда нужен? Катя или другая? Сереже нужен психотерапевт. Это вот перво-наперво. Потом уже, исходя из этого, можно будет. Удачи в поисках новой девушки. Я не ищу никого, никогда не ищу. Это все должно быть вот, ну, по наитию как-то. Женщину постарше. Много думаете. Где все? Хороший вопрос. Кристина с Ваней помирились? Слушайте, ну, мне кажется, они не ругались. Сегодня такая версия, предположение, что, возможно, ну, у них все хорошо. Который час у вас? Седьмой. И они нам просто чисто мозги пудрят. А сами встречаются за периметром. Ну, чем мы целый день занимаемся? Вы что думаете, нам здесь делать нечем? Мы с Брянска. А кого выгнали? Еще никого не выгнали. А в процессе. Мне сейчас сыночек должен звонить. В Германию когда? Как уйду с проекта, так и поеду. Я настолько это хочу, что я даже не знаю, как это все произойдет, понимаешь? Расскажите, как проходит день в проекте. Ну, слушайте, ночь. Много событий разных. Делайте. Катюша сказала, она рассталась с Сережей. Не знаю. На пробежке Игната, да. О, Ксюх, привет. Покажите обстановку. Обхаживает новенького. Ру в Инстаграм, а там
столько всяких вкусных историй ваших пиц и так далее, Лёша. Разрывай. Вкусняшками на весь день. Угу. Пошел на Лобню. Позвали на Лобню. Вот Машу. Вы про эту Машу говорите, домой или нет? А что ты так оделась? Ты иди одень что-нибудь на Лобную. Да я пледик возьму. Да какой? Иди одень что-нибудь. Ну ты че, холодно. Это же все наиграно. Да нет здесь ничего наигранного. Все по-честному. Понимаете, что если бы на протяжении там стольких лет это было наиграно, это было бы неинтересно. Люди проживают жизни свои, эмоции свои. Я еще раз повторюсь, сценарий здесь только у идиотов, которые сами себя ничего не представляют. Вот. А у нормальных людей, кто идет к своей цели, знает, что ему делать, со своим мнением, есть свои ориентиры. Что пьет скалу, на него глаза уже сыпь эфиром. Не, скалу не пьет ничего, по-моему. Как санютка, никак. Ну что ты ругаешься, маленький? Да, забыл, хороший на проекте. У всех по-разному. Нет, все уже. Ее покусала собака, гусыню, конечно. Вот девочки зачем постоянно спрашивают? Забыла сведения. Ром, какой отрываешь? Эту? Нет, со мной не садись, пошла отсюда. Вон там у тебя есть где, блядь, сидеть. Пока пусть горит, тебя поджигай пока. Да, спасибо. Вот это не дергай, там подставить надо что-нибудь. Ну да, начало. Согласен. Да, может не загореться. А куда делась Ольга Бузова? Ольга, куда она делась? Не знаю. Куда она делась? 45, он смотрит, да. Кому так сказали? Парши, да. Привет, Алексей, здравствуйте. Хорош. Добавь, чё вы чё? Ничего, хорошо, спасибо. Чё вы чё добавь? Сейчас микрофон поменяю. Алексей, он так сказал. Тебе нельзя? Не помогает. Подожди, а да. Ты что, мне не поменял батарейки сам? Что со мной уже натворил? Не поменял ты мне батарейки. Ну, Дарка, привет. Вот, мне
дали, а кто меня требует? Ты что, не помогаешь? Так, ладно, Лёш, ты выходил ребёнка, Кристина. Капец, выгоните из дома, всем счастья. Вторую вот так, давай. Покажи Крис, не знаю, где она. Еще не пришла. Вот, Крис загорелся. Теперь закрыть надо, да? Все, ребятки, давайте всем пока. Да, Маша там. Все, ребятки, давайте пока-пока. Ну, вот вам покажу. В Улан-Удэ приезжаю. Ой, земляки, привет, привет. С колонн покажу. Вон она там стоит впереди. Передай привет, город Орск, Орску привет. Аня творила.